як не надика, я наглядка, я одинока. Спасибо, спасибо. Приятно. Ты из Днепра? Нет, я не из Днепра. Я из Донецкой области, но полтора месяца уже живу в Киеве. Да прощу я тебя, прощу, ладно. Салам, як справи. Салам. Дела хорошо. Все отлично. Боже, какие вы сегодня разговорчивые. Так приятно, так приятно. Жаль, что не в Харькове. Ну, смотря с какой стороны посмотреть. Так, я напоминаю, что ты молоденькая, а я старый. Мне всего 20 лет. Я еще маленькая. Так, напоминаю, ребятушки, лайкаем трансляцию, дарим подарки, собираем Карине сегодня на ноготочки, потому что, напомню, Карина поломка. Как бы поломка. Карине надо приделывать ноготочки, поэтому... Да-да-да. А можешь дать карту права 24, я на ИЧ карту не могу когда-то. А там в описании трансляции карта привата указана. Так, я могу еще продублировать, сейчас, секундочку. Вот, продублировала. Мне 34. Ну, 14 лет разница, это как бы серьезно. Серьезно. Это как бы не шутки. Так, задавайте вопросики. Давайте с вами пообщаемся. Что вы такие разговорчивые, а вопросики не задаете? Что вам рассказывать? Бачу, ты весела девчонка. Ну, да. Война-война и красота по расписанию. А инстаграмчик досышь? Слышь, у меня с собой ты не... Донецк, Покровск. Ну, когда Донецк будет нашим, обязательно возьму Донецк. Так. В Инстаграме подписано точно так же, как и в ТикТоке, только с одной буквой О. Ну, дай. В Инстаграме я подписана точно так же, как и в ТикТоке, только с одной буквой О. Тайвань — это Тая плюс Ваня? Нет! Это город. Мне это нравится. Что тебе нравится? А в Донецке еще с 2014-го было громко? Ну... В 2014-м было, конечно, громковато. И было слышно, потому что я жила 60 километров от Донецка. Ну, немножко было слышно. Только в 2014 году. После 2014 года все было тихо и спокойно. Что я в Донецк приеду? Тайвань — страна. Ну, это не важно. Это не столь важно. Я бачу... О! Что? Ступа забирается в район. Нет! Я хочу остаться у себя на районе. Нет, я хочу остаться у себя на районе. Мне у себя на районе нравится. Так, Олег, ты зачем номер карты спрашиваешь? Привет со Снежного, привет. Привет. Лайкайте трансляцию, солнышки мои лучезарные, лайкайте трансляцию, подписывайтесь, буду подписываться в ответ после трансляции, вот.
Мы на квартиру не потребно оплачивать, а мне тоже не надо квартиру оплачивать. Этим ты меня не купишь. Нам бы я уже пизда. Так, Таня, не отпугивай мне тут зрителей. Слава Украине, героям слава. Алексей, привет. Привет, Карина. Так, лайкайте трансляцию, дарите подарки, потому что все это очень приятно, и это помогает выбить мою трансляцию в топы, чтобы меня увидело больше людей. Да. Я топа, значит, я единственная солнышко лучезарная. Ну, получается. Менеджер комендантной квартиры. Так, я никуда не поеду, я останусь у себя на районе. Давайте я здесь останусь. Ну, то я буду тогда, когда в ней ручка будет. Ну, получается. Привет, давай встречаться, мне 17 лет. Это маленький для меня, мне уже 20, хотела сказать 19 по привычке. Почему? Потому что небезопасно, я буду переживать. В Киеве нормально. А я могу быть свидетелем на свадьбе. Привет, ты из Киева родом? Нет, я родом из Донецкой области, но сейчас уже полтора месяца живу в Киеве. Ко мне лучше. Так, спокойно. Бонататовая мама на Покыщину. Вообще-то да. Давайте начнем с этого. У тебя кто-то ходит по квартире. Это брат приехал в гости. Только пришел с магазина. Парень какой-то, наверное. Землячка. Так, сколько лет кому? Брату? Ой, спасибо! Как приятно! Спасибо большое! Да, брату 27. Брат у меня большой. Меня перевели, я пишу. Куда ты пошел? Не уходи. Лучше лайк и трансляции. Помогай мне выбиваться в топ. Я хочу в топ. Хочу много подарков, много лайков. И на ноготочки хочу. Я хочу очень сильно переделать ноготочки, потому что это просто капец. Мне уже не хочется на них смотреть. Они уже такие бе. Ой, спасибо, спасибо за розочки большое. Ты такая харизматичная, привет из Харькова. Привет, спасибо. Так. Ну, мальчики, не ссорьтесь.